Всех приветствую. Думаю, лишних слов сегодня не надо. Все пошло точно по плану. Вот мы первый импульс дали, даем сейчас вот этот отскок. Соответственно, весело, конечно, вчера было, но, к сожалению, не смог я сильно много на этом заработать. Но, тем не менее, еще шанс есть. Почему? Потому что пойдет сейчас отскок побольше, потому что это был только первый импульс. Все думают, ну, наверное, сейчас точно вверх. То есть сейчас еще побеждают все-таки бычье настроение, и все думают, ну, наверное, всех сбрили, наверное, нормально. И сами видите, куда мы сбрили, то есть ровно до стопов. То есть эту технику я даже в курсе дам. То есть всегда идет цена куда? В точку боли толпы, и она как раз здесь. Но это только первая точка боли. А теперь они думают, ну, наверное, теперь принесло, как бы все вроде выжили, там, сейчас закупимся опять to the moon. В итоге будет отскок, а потом их еще раз подует. А вот потом уже есть шанс, либо вверх, либо вниз. То есть, грубо говоря, нужно шортить. Ну, единственное, что на волну C можно купить. То есть сейчас я жду отскока повыше. И это на самом деле халява, потому что можно шортить легко со стопом сюда, и шансы, что туда вверх уйдет, практически нулевые. То есть все по плану, здесь ничего тут не нужно выдумывать. Если включить эфир, то у нас здесь еще хуже картина, потому что он вырос гораздо сильнее, чем биткоин, практически до хаев, и ему как бы падать и падать еще больше есть запас. То есть тут у нас что? Да то же самое. Вот как нарисовано, по сути дела даже не буду пририсовывать, просто этот импульс был больше. И чуть-чуть, видите, не добили вот до этих стопов. Ну, как я и говорил, по технике 3200 была минимальная цель в середине треугольника, ее четко выполнили. Соответственно, сейчас опять же жду отскок повыше и снова шорт. Почему? Потому что сюда пойдем. Сюда выносить на 2900, на 2800 вот этих жирных, скажем так, лонгистов. И после этого будет развилка. И, честно говоря, по эфиру все-таки вариант вверх более очевидный, потому что, ну, тут чистый импульс вверх, он чистый совершенно. И тут вот такое жду. Конечная диагональ. То есть тут еще как бы не рано хранить крипту, но хомяков-то дважды должны сбрить. То есть первая стрижка такая профилактическая, вторая уже так по-настоящему. Соответственно, эфир покупать нужно где-то тут и никак не раньше. А все, что здесь, ну это отскоки, можете, конечно, половить. Ну я совсем не уверен, что это прям так сильно отскочит, но должно, по идее, отскочить, потому что сейчас я скажу почему. Сейчас, ну во-первых, Ripple слили, ну тут вообще практически отскока нету. Все как нарисовано, даже ничего не меняю. И еще что может быть? Акции все-таки еще могут вверх сходить. Хотя, видите, уже S&P хульют. Тут у нас вот так нужно смотреть. То есть все вроде по плану, но сами видите, что вверх-то закот еще будет. И это как раз-таки и может крипту вытянуть, например, эфир на 4500. Но пока что все сползает, и тут единственное, что отскок по пути будет. На этом отскоке крипта может чуть-чуть осмелеть, чуть-чуть отскочить. Поэтому я как бы говорю, что сейчас крипта конкретно сегодня вверх. А потом уже лучше не покупать ничего. То есть здесь, вот видите, тоже как бы надо на хаи. Потому что тут такая фигура коррекционная. И 15700 дадут, скажем так, NASDAQ вверх. Соответственно, S&P только в отскок пойдет, а NASDAQ вверх. Поэтому вот на этом деле крипта может подрасти. Так, что еще тут посмотреть? Наверное, индекс доллара, потому что там действительно тоже есть вариант как бы вниз сходить в коррекцию, и на этом тоже крипта может неплохо себя чувствовать. Но индекс, сами видите, неплохо так отскакивает, то есть как я там в прошлый раз рисовал, вот куда-нибудь вот сюда, за этими стопами, легко может сходить. Но, честно говоря, не знаю, что это за фигура наверняка, поэтому тут, скажем так, доллару пока что доверяю, но не сильно, потому что может быть коррекция. Евро пошло вниз, но это как-то не импульсно идет. И есть все-таки действительно такой вариант. И по фунту такой вариант есть. Фунт, кстати, вот интересно, помните, я говорил, что вот он. Все думали, что так будет, ретест, типа третий раз, ну нифиг там было. Вот. Знаю я эти графические анализы, есть техники, которые гораздо более мощные, как раз таки волновая, вот в курсе об этом и скажу как раз. То есть это все вот примерно вот так может пойти. То есть теперь будет ретест снизу, все будут говорить, опять линии работают. Ну, короче, интересно все так происходит на самом деле на рынке, и кому-то это все нужно понять и изучить, можете как бы в курс записываться. Я так подумал, там очень много опоздавших на курс, и, наверное, я все-таки продлю по 9900 цену, я сделаю просто промокод, так-то я уже сделал 14900, потому что очень-очень много работы тут, все, что только можно сюда впихну, но при этом я, наверное, сделаю на днях штуку, покажу, как примерно я делаю анализ. Может, кому-то будет интересно, надо, потому что это смесь, на самом деле, психологии рынка, маркетмейкерских техник и волнового анализа. Причем, что, как вы видите, никакого теханализа я не использую вообще. То есть это все
совсем другие мозгоносящие вещи. Можно, конечно, теханализ добавить, он мешать не будет, но торговать по нему это бред, потому что вас будут как-то фунте возить. Или как Герчик рисовал недавно биток, говорил, все классно, вот где-то вот здесь, классно, вверх пойдем, там все. И он сходил вверх, и всех кинули. Все. Ну, то есть это все не работает. Все. Нужно понимать, какая фаза рынка, где чего, какая фигура, где могут обмануть, каково настроение толпы. Если вы этого не учитываете, то вас точно разведут, как вчера на биткоине. Поэтому как раз об этом курс, потому что мне просто наболело. Я потратил 3 месяца жизни лучше, но скажу, скажем так, от чистой совести, что я думаю по всему этому вопросу. Поэтому такая основная идея здесь. Подписывайтесь, кому интересно. Тут много бесплатных видео, и на самом деле, кто их посмотрит, это теоретические видео, в принципе, уже многие вещи будут более понятны. А так вообще начну сейчас делать их анализ и дам еще маркетмейкерские техники вкратце. Просто не буду, наверное, энциклопедию делать, но сегодня в курсе, кто уже купил, все это скажу. В общем, такие пока планы. Ну, а пока по прогнозу вроде как отскок должен быть побольше. Так что ждем биток на 49 даже возможно. Пока такая идея и до следующей встречи.